Что ж, продолжаем проходить Фейбали. Так, а мы... А, ну короче, смотри. Сбегал я сюда, я думал, там большая территория. Но нет уж, там не большая территория. Так себе, мелкая. Короче... где там дядька с топором был? Вот, дядька был с топором, здесь я у него топор выкопал. Короче, а где топор, сейчас покажу. Палка. Вот, обсидиановый топор. Он хорош, тяжел и мощный. Мы даже можем его активировать. Есть катаны огненные, есть топор обсидиановый. Так. Есть арбалет еще. А, еще там вроде бы арбалет, да, вот этот дубовый. Даже сейчас не помню. Вроде бы он, да, был. Так, сейчас, минутку. Вот так вот. Да, вот так вот. Так, и ПТ. Я не знаю, побег с топором или так же все. Конечно, давай его, ну-ка, модификаторы. Молния. А давай. Так, и использовать. Так, ну-ка. Доставать оружие в охраняемых зонах. Верный способ привлечь внимание стражи. Отказ убрать оружие повлечет за собой серьезные последствия. А-ха, смотри! Да мы дрыщ самый настоящий. А такой. О. Нет, мы еще слишком малы для такого. Да. Да, разочарован я. Ужасно. Ужасный. Вообще. Где стальная катана? Одевай, радуйся, блядь. Дурачок. Все. Так. Сейчас камеру отодвинем чуть назад, то мне не нравится, когда камера так слишком близко. Так, здесь забавные надписи на могилах, типа как вот. Анкомиссия совершенно в искусстве разложения. Жертва размещена бега. Ну, ты отожжён на неузнаваемости у большинства. Ну, я помер, вы довольны. Есть даже здесь, махнемся местами. В общем, забавные надписи в стиле Сакрада. А первого там тоже были на могилах прикольные надписи. Типа там даже тинки-винки, ля-ля-по, что такое было. И футбольная карточка, или хлопья футбольные. Короче, много было таких приколюшек в то время. Так. Этого я нанял, но смысл, вот туда, когда пойдем по основной миссии. Сейчас же, что я хочу? Я хочу вернуться в гильдию. С помощью удочки выудить четвертый гриб, отнести его уже ведьме. Она нам там на это наварит нам что-нибудь интересное. Так. Вот и мы в гильдии. Дядя. Чикен Чейсер. Блин, у меня денег мало, я уже хочу сменить Чикен Чейсера на что-нибудь позабавнее. Я не заметил, но уже 11 ночи. Так, а давай сейчас сходим туда. А, отнесем письмо. Правильно, отнесем письмо о том, что типа она его любит. Какая-то там... Дурочка его любит. Так. О, ты куда, э? I can't believe she doesn't like me. Stupid ugly cow. I'll find someone who appreciates my writing talents. А, я уже относил, да? Типа... Они встретились, и она его нахуй послала? Да, забавно.
Так, давай порыбачим. Хера-хера. Да ты тварь. Ты чё такая? Жаба ебаная. Ну чё ты, блядь, творишь? Вот ты тварь. Да, ты что-то поймал. О, блядь. Ха, сука. О, еще один ключ. Кстати, где-то еще один там ключ. Вроде бы там же на кладбище я вырвал ключ. Или получил там же ключ. В общем, ключ я без вас где-то получил. Да и вам все равно наплевать. Все равно никто не смотрит. Ладно. Мне просто нравится это делать. Все. Не за что. Так, теперь... О, теперь здесь смотри. Двадцать ключей. У меня пока нет 20 ключей. Вообще здесь ключей 30, да? Я еще сомневаюсь. Мне кажется, здесь весь полтинник ключи. Вот. Давай, давай, давай. Рыбачим. Забавно, что ключи умеют, да, плавать, и грибы тоже. Ты чё, блин? Аба! Масть это... Это мастерство пришло ко мне. Сначала из Фейбла, потом оно вошло в Фэнтези Стар. Ой, Фэнтези... Финал Фэнтези 15. А уж потом она пошла в Red Redemption и вернулась... Видал, как все? Фейбл. Раз, вернулась, все к Фейблу. Возвращаемся. Так, я немножко отвлекся, все, побежали. А зачем нам бежать? Так, тут все, да, мы... Хотя нет, мы прогуляемся. Прогуляемся, пусть это и долго, но все же мы пробздимся. Как ты меня тварь назвал? Так. Сервис... Не убивай стоимость! Ты чё? Ты чё, блядь? Иди в жопу! В жопу сказал иди! Ублюдок ты нормальный. Хера себе цена у него. Больной старый Буверстоун. А, мне, наверное, Буверстоун, да? Так, я могу кликуху себе сменить. Злодей. Хера, чё так дорого-то, убийца? Богоподобный, освободитель, друид, следопыт. Ну вот, возможно, следопыта мы себе возьмем. Мастер рун, разбойник, клинок, кондитер. Курощуп, это у меня есть. Лицезад, замечательно. Давай мы себе кондитер. Потому что я готовлю пончики из жоп своих врагов. Нет, давайте следопыт. А то мне все обзывают.
каким-то... Так, теперь мне как будет называть? Ну-ка. А, это было зловеще, да? Ну ладно, потанцуем. Смотрите, у меня есть зуб. Ты чё не видел? И ты посмотри. Это же зуб. Окей. Статуя указывает на Глушвиль. Так. Что есть за прудок? Да. Это мне и надо. Ну. Понеслась. Ах ты тварь. Вот тварина. Вот скотина. Падла. Жаба ебаная. Сука потная. Яйца бобра, да давай ты давай. Эликсир вечной ловкости. Информация. Опыт ловкости. Опыт ловкости. А чё бы его не жахнуть? Эликсир воскрешения воли. Здоровье, эликсир. А, мастера воли. О, так это вот, улучшает мою эту, да? Использовать. Так. Ням-ням-ням. Ловкости. Использовать. Да. Как круто. Так, мне в Глушевиль. Пожалуйста. О, сейчас надо еще с моста могу порыбачить. Есть так атмосферненько в этой игре. Музыка играет. Такое спокойствие. Так, тут ничего. Эх, с моста нельзя, да, закинуть? А, ну там, возможно, в городе есть, типа, порт или что там такое, своеобразное. You have yourself a nice day. Так. И со своей рожей я, конечно, не вижу, что там у нас с погодкой. Ой, со временем суток. Можно... Ой! Ой! А есть свободная лачуга? Так. Спали. Я забыла, что он здесь не может прыгать. Так, вот это ведьма.
есть, если не грибы. Давай, твори чудо. These will be perfect. Just give me a few hours and... Well, what do you know? I've got some of the potion already. Ты, сука, тупая, блядь, мразь. У нее, кажется, было зелье. Ах ты. Конечно, без надобности, тварь. Потому что эти грибы галлюциногены, она хочет просто кайф словить. Тварь! О, это было круто. Так, здесь ловить нельзя, да? Ну ладно. Здесь эти по ночам бои. Блин. Надо вот сейчас здесь до ночи поторчать. Прийти на это похерачиться. Надо было не спать, а вспомнить и сходить подраться. Ну чё ж теперь. Так, а дайте мне сам для этой женщины, да? Все? I still can't believe the old woman really helped us. I'll never join another witch-burning mob after this. We won't forget your kindness, hero. Good luck with your quests. А у меня 1000 бабла? О, все, теперь мне будет рейнджером, да. Правильно, сучары. Так, а я помню вот этот библиотекарь, ему это... Не, подожди. А где он? Не, а здесь? Да, вот, преподаватель. О, oh, hello, forgive me. I'm Mr. Gout, the headmaster of the school here. Эксим Подагр. Not that it's much of a school these days, the way Lady Grey keeps... Can you believe she sold half our library? По библиотеке. As if mansions were more important than the education of our children. Anyway, if you could donate any suitable books you find on your travels, you'd be... Oh, hope I see. Ooh, do you have a donation there, hero? A little macabre, is there perhaps, Maxley? But the tale of Maxley could teach some of our pupils of... Ему вот книга надо так подержать. Да. It lifts one's spirits to see a hero take such a keen interest in education. There once lived a hob, and Maxley was his name. He was that rarest of hobs, one with a brain. Making his bed in a stream wasn't for him. Фу, козюлю съела. He rather lived in a village, there among men. One day he decided to travel to town. He slew a great noble and put on his gown. In Bowerstone by all was he complimented. And though short of stature, he stood proud and erected. But Maxley forgot what he was and grunted hello. And when the men heard his voice, all they did know. They called out for guards, who lopped off his head. It stuck on a spike, dumb and ugly and dead. So when you're about to open your mouth, remember Maxley the hob, for it's better to be thought an idiot than to be killed by a mob. Yay!
Перевод, мне кажется, неправильный, потому что он сказал «идиот». А, господи. У меня есть еще... Да. Как мило. Судя по званию, я уверен, что она подойдет детям. Давай, да. Как это радует, когда герой проявляет свой живой интерес к обучению. Это может... The way of the warrior doth take its toll on a hero's face. And ere long women will fly and escape before he can give chase. Scarred and dejected, a hero named Ralph stole all of the traders' riches. He made use of their gold and bought romantic gifts for all of the... ladies. The women of Albion fell at his feet, and Ralph had the pick of the town. Till he finally chose a pretty young girl and bought her a fine wedding gown. But too late did he see that love that is true isn't founded on wealth. His wife's only care was for money and gems he kept up on the shelf. By way of divorce, Ralph exercised his axe on her head. This he did mount up on the wall, just over the bed. So did the woman sadly become the world's first trophy wife. And Ralph did give up the matrimonial for the hero's life. Ну да. Какая-то не очень про любовь сказка. Она очень злобная какая-то. Any books for us today, hero? Well, that's a shame. Perhaps you'll stumble onto some soon, though. Ладно. Что-нибудь еще найду. You're right. Кровь. A hero can kill his enemies in hundreds of ways. Well, well. Look who it is. Come to play with the other children, have you? Shame Whisper has such a soft spot for you. She should have taught you a lesson in Orchard Farm. But she'll learn. I only hope you both end up in the arena one day. Then we'll see who the greater hero is. But I've wasted enough time talking. The Guildmaster needs me back at the Guild. He can't entrust important quests to novices like you. Чувствую какой-то негатив в мою сторону. Have a good day. Так, это сколько там было? Смотри, покупаем особняк. А, мы сдаем его. Нет. А это чё? За 700. А это чё? Можно его сдать и получать прибыль за это. Ух ты. Как интересно. А есть здесь для трофеев место? Кафе очень простенько, да? Можно поспать, подремать. Зато, смотри, как это. Сейчас мы можем просто... Да? А вот когда мы там сможем всех... Так, ночь, да? Ночь, не ночь. Да, вроде как ночь настала. И теперь мы... На бои. Чё, когда они здесь подойдут-то?
Господи, это ожидать? Я хоть им сейчас смогу накостылять или нет? О, о, идет братва. Так, с кем из вас надо болтать? А, вон идет главарь. Come on, knock him unconscious. Welcome to the Fist Fighters gang. It's for people who like to mash each other's and it's a place where we hone. It's also damn good fun. Now, I'm the head of this Fist Fighters gang. Those knuckles look plenty good to me. You up for a bit of a scrap? If you want to join in some senseless brutality, you'll get gold for every round you win, and even more if you can avoid getting hit. Stay in the ring. And if you take too many hits, so, you want to fight or what? You might be a powerful hero, but this is a contest of skill. Our punches might not hurt you much, but they still count. Так. Time to loosen those. Давай. Get back in the ring. That's it. Look, Ben. God, beat him up. А, то вот мои, да, жизни? Да, судя по всему, то мои жизни. Мне надо все морды набить. Оба. Ну, красава просто. Яйцам. Myself. Где? Ты уверен? Ну давай. Get back in the ring. Во-во-во. Come on, knock him unconscious. Все. That's some knuckle power you got there. Золото мое. А с каждого будет по золоту? Кулачный бой, уровень 1 пройден. И все? На этом все? Ребят. Репчики. Потом ты тут заходите заново вот так вот. Одевать все. Ладно. А здесь есть, который это шмотками продает, чувак. Ищем, ищем на доме мешок. Мешок, 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 мешок. Так, это цирюльник. Так, кузнец. Ой, что это там? Это ключ? Ладно. Так, у меня пока нет пропуска. Ща поспим до дня. Так, здесь нет торгаша, да, я так понял, предметами.
Оружие, я так посмотрел, мне можно лишнее продавать. Всем, чем я не буду пользоваться, можно просто продать. А мне сколько золота? Тысяча у меня. Окей. Ладно, давай улучшим. Еще можно улучшать. Тебе не хватает денег, чтобы обставить этот дом, нужно 1400, хера себе. Так, трофей можно установить на специальную подставку, это повысит стоимость недвижимости или на плату. Так, а у меня, а вот давай асу, хвастовство. А, типа, внутри игры есть ачивка? Steam! Где моя ачивка Steam? А ты посмотри, уже это, в принципе, рассвет. Нам же спать-то не надо. Да, вот и школы уже открылись. Эй, за Сони, давайте вставайте. Пора. Господи. Ну что же так долго-то? Мне ключ нужен. Просто потанцуем. Эй! Эй! Так рассвет уже, чё там? Звезды еще не исчезли. Прикинь, да, какая старая игра, а здесь было типа уже это, день-ночь, смена, типа в реале. Типа... И когда... Ну да, если погоды нету там, смена погоды, но есть день и ночь. То есть не каждая игра еще могла такое позволить. Я жду вот это, когда вот эти вот расчехлят свои ворота. Господи, какие они все долгие. Придется вырезать. У меня нет таких денег. Простите меня. Я не хочу. Черт. Я не думал, что он заподозрит. Увидит меня.
добраться? Вы что? Господи. Серьезно? Блин. Ну вот жопа же. А чё я хоть, чё хоть украл там? Обычная. Блять, я украл то, что уже было. Господи, вот плохо, что нельзя было отменить. Я хотел узнать отмена действия. Может, они забудут? Помилуют меня. Так, я хочу сейчас просто прогуляться по тому пути, что мы ходили. Может, что-нибудь... А, здесь яблони, да, цветут? Да, там яблони цветут. Так, съебаться отсюда. Good riddance. What's going on? Да, это я. Да, надо, дохни. Ну, кстати, мы можем что-нибудь копнуть, да, где-нибудь что-нибудь копнуть. Смотрим, там лопата что появится, нет? Так, сходим там, где яблони были у нас. Это сейчас с удочкой. Поэтому и с лопатой. Потом что бы не проверить. О, смотри-ка. Верхнее платье? Да. Здорово.
Здесь ничего докапнуть нельзя. Здесь. О, сундук. Их, если не ошибаюсь, можно мадамам дарить. Ух ты! Мое мастерство. Ух ты, сука. Вот тварь. На! Долго мне так дрочить-то будешь? Сука, тварь. Ага. Есть еще один ключ. Озеро. Вон, кстати. О, здесь тоже по-любому. У вас тут весело, да? О, господи. Это не осы, а свиньи какие-то. Вот и посмотри, здесь просто можно рыбачить, да? Наверное, здесь рыба какая-нибудь. Господи. Что там у нас? Карась? Да, рыбешка какая-то. Так, у меня есть 5 ключей, да? Да.
Первое скрытие есть. Эликсир жизни. Надо срочно его жрать. Так, здесь рыбу, да, можно поймать? Так, давай. Не, чуть не то нажал. Эликсиры. Так, эликсир жизни. Использовать. Так, ну тут врагов, кажется, нету, но вот, может, что копнуть можно? Странные бандиты, даже ничего не закопали. Отстой какой-то. Ничего, да? Точно, с лука здесь можно сразу эти хэдшот ставить, не напрягаясь. Так. Готовченко. А, это типа... Добрый. Respect is obviously... Так, это что здесь у нас? Розовый домик. Розовый домик. Розовый домик? Домик розовый? Давай. Что за розовый домик? Домик с розами. Интересно. Смотри, тут у нас ворота, да? Чё они хотят? I never open on the first days. My heart has been broken too many times before. I can only let someone who really loved me through. Может, тебе предложить? Отдай, тварь! I never open. Сука такая.
Может, мне типа надо это... На свиданку кого позвать? О, что-то может копнуть. Еще один ключ. Золото. Теперь-то я смогу вернуться и заплатить, да? Так, вот здесь закрыто. Странно. Ладно. Хорошо. И вот вы все равно туда претесь, да? Бля, не того. Теперь-то хоть того. Вы такие тупые. Вообще какие-то придурки, блядь, конченые. To see your combat multi- Тварь. Так. Пещера этих тварей. Вход в пещеру ходит. Чего вы такие какие-то охуевшие? Вот влетело-то. Да что ты... Еще много всяких дверей. Ха-ха-ха!
Надо сначала мага валить. В первую очередь. Так. Не, я думаю, нам пока сюда еще рано. Ну-ка, рыбу он съест. Два съел. Нормально. Так, ладно, мы отсюда уходим. Ты посмотри. Ах ты, мразь. Так, окей. Да чё вы такие черти? Жопа. Ладно. Зачем я сейчас это делаю? Прохожу, ты меня спросишь. А затем, что я хочу посмотреть, что я упустил. Да господи. Все, дохни. Да что ты такая мразь? Okay.
Так. Здесь ничего ловить нельзя. Копать тоже. Ладно, дальше. Ах ты мразь. Так, все, да? Грасиас. Управление немножко неудобное, но если к нему привыкнуть, то вроде бы норм. Так, бордель. Темная лисия. Давай, зайдем в бордель. Я вы задолбали. Ну, а здесь много. Да вот же надо было добивать. Ах ты, жопа. Так. Все, всех да разъебашу. А их у меня только 7, да? О, я смог сюда зайти. А я думал, оно было закрыто. Господи. Oh, I've long prayed someone from the guild would come and... But I'm forgetting my manners. My name is Madame Minch. Welcome to the famous Darkwood Bordello. Please, walk with me. Господи, что ж такая пышная леди. As you can see, the Bordello is a haven of calm and pleasure in a perilous world. Weapons and spells are forbidden here. Men have come here for centuries to escape their worries and responsibilities. But, well, we've got problems of our own.
Mr. Grope, the current owner. He's what you might call a cruel, sadistic, self-absorbed despot. He treats the girls like slaves, little better than animals. Most of them have nowhere else to go, of course. If only we could find the Bordello deeds. But I'm sure you don't want to hear all this. Please, enjoy your stay. Да. Задачка. Сейчас мы... Ламинтия, богиня неразделенной... Любви. Любви. Love. Силькана, богиня нежной любви. Так, что тут у нас? Что я там поймал? Рыбка. Как интересно, там... О, еще здесь есть место. Эликсир здоровья. Так, это значит, что там у нас? Снаряжение, эликсиры. Так, эликсир воскрешения, более здоровья. Понятно. А чё они такие страшные? Я, конечно, слышал про страшных шлюх, но не настолько. It's a hard life being a stone door. You know when I last had a physical relationship? No? So I've decided to live vicariously. Now I'm only open to men of the world. And I'm afraid you haven't even left the house yet. Come back when... Понятно, мне надо с кем-то трахнуться. Давай. У меня нос дергается. Да, сейчас будем с ним драться. Hello, love, I'm Polly. Used to call me pretty Polly, and now it's just Polly. О, боже. A wild ride with me will only cost you 50 gold. Cheap at twice the price. What do you think? Suit yourself, governor. Я, может, покрасивее кого найду. Ты чё у нас продаешь? Угу. О, господи. А ты кто? Хват, ага, вот. And these here ladies belong to me. We are the finest entertainers in all Albion and cater to a wide variety of
So long as you got the gold, you can sample as many wares as you like. And if any of them cause trouble, you be sure to let me know. One last thing. Watch out for old Madame over there. She's after the deeds to this place, and she'll try any dirty trick to get them. Oh, her massive red hair used to drive me wild when she was younger. Which is all the sex appeal of a dead pig these days. So instead of making me spill my secrets in bed, she's been trying to get me drunk. I nearly fell for it once, but she won't catch me again. I'm the boss, and that's the way it stays. But listen to me prattling on. These are my problems, yes. Go on, go, 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 go. Enjoy yourself, sir. Сейчас иду.